Всем привет! Сейчас проведу небольшой обзор на новинку от компании Amusing Hobby. Это французский танк AMX-50B 35A049 артикул в масштабе 1.35. Давайте же посмотрим, из чего она состоит. Забегая вперед, скажу, что ничего особенного в ней нет. Абсолютно такой простенький набор. Здесь траки полунаборные, вот 4 литника одинаковых, на которых расположены траки и катки, 1, 2, 3, 4, вот такая упаковочка. Далее я беру в руки литник, на котором расположены элементы башни. Башня тут тоже как бы простая. Вообще за Amusing я не могу ничего сказать по качеству. Вроде как говорят неплохо, но я его не собирал ни разу. Так, а ствол? А ствол здесь идет из двух половинок. Да уж, оригинально. Как минимум я считал, что он должен быть единым. Как максимум он должен быть металлическим. Хотя, в принципе, цена этого набора говорит сама за себя, то, что ждать от него что-то сверхъестественного не стоит. Но в принципе здесь нет облоя, нет какого-то там смещения пресс-форм, там как бы все эти следы от толкателя, они стоят на внутренних сторонах деталей. Ну и вот такая вот ванночка получается. Ванночка корпуса и два маленьких литника, на которых что есть? Катки, звездочка расположена, элементы траков, какие-то защитные элементы, защита фар. А фототравление тут есть, но тоже очень скромно. Вот такая вот маленькая тоненькая платка. Если, допустим, сравнивать с фототравлением от Трумпетера, здесь оно тонкое. И декалька тоже такая абсолютно самая простенькая и простая. Так, и инструкция. Давайте пробежимся, что же в ней есть. Да, вы, кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канал Моделька. Я там уже заканчиваю собирать звездовский КамАЗ Дакар. Уже подходит сбор к концу. Скоро я буду наклеивать декали, наносить. Так, не отвлекаемся. Что же нам предлагает инструкция? Инструкция нам предлагает всего лишь 11... Да, инструкция предлагает всего лишь 11 этапов сборки. Вообще много времени сборка не займет. И два варианта окраска. Вот такой камуфляж и вот такой камуфляж. По окраскам здесь Amomic. Все, кто захочет покрасить Томеей, Гонзой, какими-то другими красками, все цвета нужно будет подбирать вручную. Хотя в наше время это сделать несложно. Есть приложение довольно неплохое на телефон. Вот и все, друзья. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram-канал Моделька. Ссылка будет в описании. До новых встреч.